Как же мне заебали эти, блядь, компрессора, сука. Это просто пиздец, блядь. То есть 8754 самая дешманская цена, которая сейчас где-то есть. То есть цены поперли опять вверх, нахуй. Я не знаю, что за хуйня, блядь. $9300, $9500, $12600, блядь. 13, нахуй. Ну это с этим, блядь, с набором. Короче, пиздец, блядь. Даже в ёбаном, блядь, бегами. Где я заказывал до этого. Подняли ценник. Доброй ночи, бля. Вон ночью надо хуярить этим, блядь, лобзиком, ебошить, блядь. Ну, чтобы не колотить молотком, там, сверлить стены, надо потихонечку хуярить, блядь. Электролобзиком, на. То есть была цена 10-154. Когда я заказывал, ну и поскольку мне дали 5000 бонусных баллов, цена для меня 9148 будет. То есть скидка и бонусы. Бонусы можно списать 20%. Ну то есть косарь, не больше косаря, блядь. И вот этот вот набор. Со скидосом должен быть с 9890, что-то так. То есть цену подняли на косарь. Без скидки цена была 12, сейчас она 13490, блядь. Не знаю, что за хуйня, блядь. То есть два дня назад я мог вот этот компрессор заказать за 9, ну хуй с ним, 9900, блядь, 46. Ну это хуйня, блядь, полная, нахуй. То есть, блядь, на Авито такой компрессор в Москве стоит вообще копейки, блядь. Шесть 840, нахуй. Ну там какая-то хуйня, блядь. То есть предложили мне какую-то Яндекс доставка. Межгород, блядь. Типа Яндекс запустил свою доставку межгород. Какая-то мутная тема, блядь. На самом деле, нахуй. Какой-то, блядь, ебаный лохотрон, блядь. То есть цены, блядь, все поднимают, а тут, нахуй, опускают, блядь. Прям коммунизм, блядь. В отдельном взятом городе Москва, нахуй. Ну там недалеко от МКАДа, то есть... Шоссе энтузиастов. Первый километр МКАДа, блядь, как вот. К нам туда, блядь, хуярить. В наши, блядь, края, нахуй. То есть не знаю, что там за Яндекс доставка, то есть в 11 часов свяжусь с продавцом, что мне там, блядь, начнет втирать, не знаю, блядь. Ну,
конечно, 6800 это лучше, чем, блядь, 9. Ну, блядь, что-то какая-то хуйня, блядь.